снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня мы поиграем довольно любопытную игрушку под названием Avian Colony. Здесь нам предстоит колонизировать различные планеты, то есть строить свою колонию на какой-нибудь там пустынной, ледяной и тому подобных планетах. И в зависимости от того, какую мы планету выберем, на которой мы будем строиться, мы будем получать плюсы и минусы. Там есть пустыны, это всякие смерчи будут проходить, но за счет этого там типа много камня, на ледяной вроде много воды и всякого такого. И здесь, да, есть компания, но мы компании будем играть, мы будем играть на сэндбоксе, так как там можно построить то, что мы хотим и что угодно. В общем, все, что наша душа позволит, мы все это сможем построить. Так, и вот различные планеты, я даже не знаю, с какой начать. Давайте начнем, наверное, с Хилос Крессент, так как здесь, мне кажется, будет хватать и воды, и еды, и проблем, типа, с зимой мы сильных испытывать, наверное, не будем. Так, ну там можно было отрегулировать плюс настроечки, типа, как мы хотели бы начать, но я начну, наверное, со стандартных настроек, ничего не буду менять, это черт его знает, сейчас наворочу и будет все не так круто. Игрушка еще в бете, и мне ее вообще предоставили разработчики, так что эта игрушка еще не вышла, но она там типа в стиме есть, я ссылочку оставлю на эту игру, чтобы вы могли посмотреть, что же там всякое будет и что же там обещается. А игра, блин, весьма интересная. Вот наша, кстати, первая колония. И, блин, как круто выглядит эта планета, как посмотрите, всякие бэкграунды просто шикарно сделаны. Так, ну, в общем-то, это наша первая колония, которая уже здесь построена. Здесь есть также констракшн-дроны, это они строят у нас здесь все там, жизнеобеспечение, где наши люди живут и всякое такое. И здесь надо самое главное следить за энергией, за нанитами. Наниты нужны для того, чтобы строить постройки, чтобы добывать наниты, надо ломать вот эти камни при помощи различных майнов. Также есть настроение людей, за этим тоже надо будет следить, так как если сильно оно упадет, то, наверное, не от меня уйдут эти люди или посамоубиваются там, я не знаю. Качество воздуха, это жизнеобеспечение, надо за этим следить, конечно же. Есть хранилище, ну, сколько вещей у нас там все вмещает. И самое тяжелое — это вода и еда. Если мы за этим не будем следить, то в конце концов все у меня точно отъедут. И это надо будет добывать, и за этим надо пристально следить. Но пока что нам надо начать с того, чтобы мы начали вырабатывать, конечно же, наниты. Для того, чтобы их вырабатывать, нам надо будет построить первый майн какой-нибудь. Так, с Iron Copper, да, вот это поставим, самый первый майн. Пусть он здесь добывается, стоит он не так уж дорого, нанитов много мы не теряем. Но, к сожалению, до него не стоит дороги, поэтому строим сюда дорогу. Здесь будет к нему подходить дорога, и люди смогут наконец-таки добираться. Но, скорее всего, мне не хватит энергии, у меня такое чувство, для постройки, для этой самой постройки. Сейчас посмотрим, время ускорим. И хватает ли мне, ни одной единички энергии не хватило, чтобы это все дело достроить. Ладно, сейчас мы добавим еще одну электростанцию. Какую-нибудь, кстати, бы помощнее. Ну ладно, поставим пока что самую простенькую, наверное. Стоит ли мне так сильно расширяться? Зона — это где покрытие получается, что покрывает наш город и где мы можем построить. Если будет слишком далеко, я там не смогу, например, давать энергию. Поэтому надо город потихоньку, колонию потихоньку, медленно развивать. Не слишком торопиться и всякое такое. Так, все, постройка есть, 38 энергии у нас есть, отлично. Нужен еще нанит процессор, но я пока что просто майн оставлю. Он все равно добывает металлы, но просто их никуда не поставляет. И надо бы добраться вот до вот этого места, так как это самый сильный источник энергии. Вот это вот самая ямочка. Так, и для нее надо будет построить вот этот геотермальный генератор. И он будет просто безумное количество энергии вырабатывать, но вроде там очень много рабочих требуется. А нет, 10 рабочих, все нормально. Сейчас он будет вырабатывать для нас энергию. И вырабатывает он сразу 150. Это, блин, ни одна станция столько не может вырабатывать. Но там, по-моему, какой-то есть минус. Я не помню какой. Скоро мы, наверное, об этом вспомним. Какой же там все-таки есть минус. Но сейчас у нас, по крайней мере, хватает энергии. Можем построить на нит процессор. Чтобы, наконец-таки, у нас вырабатывалось... Энергия получается, точнее не энергия, а наниты вырабатывались, чтобы мы могли строить новые постройки. То в скором времени все для нас закончилось бы так, что у меня кончились наниты, и мы на этом бы закончили. В общем, игрушка очень интересная, надеюсь, нам понравится. Если понравится, ставьте лайки, мы обязательно поиграем в нее еще. А то и пройдем полностью, а то и построим самую большую колонию, кто его знает. Все от ваших лойсов, конечно же, зависит. Такс, все, наниты начали вырабатываться, шикарно. Наниты, кстати, носят не отсюда, а вот отсюда, со склада вот сюда перебрасывают. Такс, и теперь, наверное, стоит как-то за популяцией последить. Я не знаю, все ли люди у меня заняты, но нужна по-любому ферма. И где же нам бы ее построить? Даже не знаю. Там, где наиболее зеленая зона, там больше всего мы, по идее, провизии получим, но... Если посмотреть, тут везде, по идее, зона одинаковая. Ну ладно, давайте вот здесь построим гринхаус. Но мне кажется, что все-таки рабочих мне не хватит. Давайте один домик все-таки построим. Апартаменты где-нибудь вот здесь, может быть.
Давайте вот здесь нормально вроде точка. И после этого сразу же провизию начнем добывать. Интересно, сколько у меня здесь воды? Надо будет за этим последить. Так, вода. Ну, воды тоже скромно. Но есть места, где можно неплохо получать. Здесь нету мест, в которых мы сразу бы получили единичку. Атмосферик конденсер. Я, кстати, не знаю, что это такое. Еще я их не строил. Надо будет попробовать потом где-нибудь это воткнуть. Вода вроде не портится от наших генераторов. Это хорошо. Но воды очень мало добывается. Сначала давайте разберемся с пшеницей все-таки. Мне кажется, что с ней надо бы побыстрее разобраться. Она, мне кажется, здесь самой будет нашей проблемой. Почему я строю такую огромную постройку, спросите вы меня сразу. Такая гигантская ферма. Дело в том, что она вырабатывает провизию зимой. Здесь наступает зима, и нужно наступит очень скоро. Если у нас не будет таких вот ферм, то зимой у нас может закончиться вся еда. Это будет, понимаете, что очень не очень тогда. Так, с дорогу все ставим. Здесь люди появляются, надеюсь. Популяция растет, я думаю. Кстати, я забыл миссию взять. А миссия — достигнуть 50 людей. И за это нам дадут за 11 кружек пива и 4 нанита. Довольно мало. Ну, в принципе, так, давайте купанец сделаем, и тогда у нас вроде должно больше людей прибыть в этот домик. Так, и здесь у нас есть рабочие, значит, провизия добывается шикарная. Кстати, вот зима наступила, и единственное место, которое вырабатывает еду, это вот этот гринхаус, и это очень круто. Если бы построил какую-нибудь другую ферму, все было бы очень грустно, на самом деле. Ух, вроде мы живем, вроде мы справляемся. Шикарно, пока еще нет никаких поломок. Система у нас не едет, не отказывает. Так, и людей у нас, я буду надеяться, что хватает. Сколько у нас вообще колонистов? Total Structures, Total Colonist, 16. 16 колонистов всего лишь у нас, что-то так маловато. Когда прибудут-то новые? Мне нужны новые колонисты, ребята. Это структуры, да? Хом для колонистов поддерживает 16 колонистов. Надо еще один дом тогда построить, я полагаю. Давайте его построим. И понадеюсь, что сейчас придут сюда еще людишки. Такс. Все. И теперь растет количество людей, я думаю, да? Так, Total. Блин, потерял этот пункт. Total колонист 16. 16 колонистов. Почему не растет количество? Я же построил еще одну постройку. И они тупо распределились между собой, что ли? Теперь у меня есть два дома, где они живут. Зачем мне это? Мне надо, чтобы они мне. Чтобы они ко мне приезжали. Стоп, а где это делается? Solar модуль, Storage модуль. Нет, нет, не надо. Мне надо узнать, как мне увеличить количество людей. Я еще просто не все в этой игрушке познал. Поэтому буду вместе с вами потихоньку разбираться. Либо, на самом деле, просто они... А, они, наверное, со временем должны ко мне прибыть. В зависимости от того, какое я настроение создам здесь. Я полагаю. Ладно, пока ускорим время. Подождем, когда закончится зима. Так как зима — это очень хреново. Беда только и заканчивается. Так как вырабатываем мы ее очень медленно. Ну, из-за того, что зима, опять же. Ну, хотя бы, полагаю, что... Да, референдум начинается. Текс. Здесь все вырабатывается. Здесь тоже все вроде делают. Металл на процессе нету. Че, так медленно добывается металл, и у меня вроде много людей работает. Так, ну ладно. Все, началась добыча, я полагаю. Не можно посмотреть, что же лучше растет здесь. И здесь лучше всего растет, походу, арбузы. Арбузы здесь лучше всего растут, поэтому будем арбузы производить. Смотрите, еда пошла в плюс сразу же. Ну блин, у меня нанитов нету. Скорее создавайте уже новые наниты. Мне они срочно нужны. Без них никак вообще. Без них беда-беда. Я никаких парков и тому подобное построить не могу. Видите, уже начинается какое-то безумие. У меня начинает заканчиваться провизия. У меня начинает заканчиваться вода. Хотя вроде все основные постройки построил, но не настолько хорошо, как это было бы надо. Так. Да, можно водяную помпу поставить, нам на нее хватает хотя бы. Никуда бы ее воткнуть. Где можно наиболее качественно воды получить? 08. Однерочки нету здесь. Было бы хорошо, если бы нашли однерку, но походу однерки тут нет. Ну ладно, поставим сюда, что уже делать-то? Энергии хотя бы хватает. Надо замедлить потерю воды. А то у нас все-таки скоро уже абсолютно еда закончится. Так, здесь колонии, здесь есть еще различная торговля и всякие интересные штуки. Политику можно включить. Это типа мораль их не снизит, если мы включим, но типа меньше еды будем за счет этого терять. Так, вода пошла в плюс, круто. А что случилось? Я вроде ничего не менял. Так, что можем еще придумать, чтобы нам было лучше жить все-таки? Так, что этим не нравится? Это наши колонисты. Нам бы новых колонистов как-то получить. И есть ли запрос на то, чтобы они приехали, прилетели к нам?
Пока что этого не вижу. Трейд — это торговля, да, мы тоже здесь ничем пока поторговаться не можем. Оверлей? Нет, значит, просто ждать остается, когда нам прибудут другие ребята. Но, думаю, ладно, на этом я закончу. Как раз в следующей серии, думаю, получше разберусь, как у нас получить новых ребят. Сами они прибудут или не сами прибудут. Еще никаких гайдов нету, поэтому разбираться надо самому. Туториал здесь тоже не присутствует, конкретно говорящий о том, где берутся колонисты. Ладно, на этом все. Надеюсь, вам понравилась данная игрушка. Если вы захотите еще по ней роликов, ставьте лойс, обязательно поиграем еще. Игра очень интересная. Развивать свою колонию прям... люблю я такое. Хотя и проблем у нас хватает. Но вроде пока в плюс вышли. Потихоньку вроде что-то добывается у нас. Ладно, на этом все. Увидимся в следующий раз. Не забывайте лайки, подписки и всякое такое. Удачи, хорошего настроения. Увидимся в следующий раз.